Сегодня чиновники и сотрудники управляющих компаний проехали по адресам, где были проблемы с отоплением. В Ленинском районе неожиданно выяснилось, в подвале дома на улице Квартальной стоит вода. Сегодня, лишь после приезда чиновников, возле проблемного дома появились сантехники и срочно начали откачивать воду. В доме комары летают, сырость. Приводила начальника вот участка нашего, вот непосредственно. Приводила прямо вот, как говорится, носом его ткнула, показала. Ничего не меняется. Вот эта вода уже затухла стоит. Вот считайте, вот чем мы дышим, у нас маленькие дети. В доме ни один ребенок до года. Вообще в Красноярске по официальным данным ждут тепла жители 40 домов. В основном это участки, где ремонтируют теплотрассу. Об этом сегодня сообщили на общегородской прямой линии. В службу 205 только до обеда позвонили более 300 человек. Почти везде проблемы с завоздушенными стояками. Все адреса обещали проверить.